Всем здорово, ребята, с вами как всегда Никас, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня с вами будем выживать посреди целого океана, и наша цель строить плот и добывать ресурсы, но всему этому будет мешать акула, которая плавает за нашим плотом и старается съесть его. А также не забываем ставить лайки и подписываться на канал, а также писать комментарии. Может, кого-нибудь из друзей позову эту игрушку так, чтобы смотреть ее гораздо интересней. Ну а всем приятного просмотра. Спасибо хорошей записи, которая мне записала много чего. Потому что я забыл включить ее. Знаете, чему я научился за это время? Я добыл достаточно много ресурсов, изучил стекло, и теперь я могу делать опреснитель для воды, который гораздо больше опреснят воду. Также я проголодался, налутал еще себе глины. Сейчас буду делать кирпичи. Получается, я так ее не изучил. Кстати, пластик, ты где? Чего? Где мой пластик? А мне нужен пластик, кстати. Ладно, давай. А, я доску положил, серьезно? Так. А если я выкину что-нибудь, оно... Фух, давайте тогда сейчас. Подождем рыбу. Съедим рыбу. Потом мы умрем сейчас. Так, вот эту рыбу можно пожарить, положить. Это пластик. А, это не пластик. Теперь можно фармиться дальше. У нас появляется пластик тем временем. Так, на самом деле я бы сделал готово к умбре. Ага. Арбуз, поваляйся пока. Ем. Ура. Все, теперь мы жрать хотя бы не хотим. Ты что выкинул? Пальмовый лист, пальмовый лист. 20 пальмовых листов, нифига себе. Вот. Этого до сих пор нету. Ананасовое семечко, блин, не хочу выкидывать тебя. Чем пожертвуем? Кстати, жаркое, я бы куда-нибудь... А, подождите, так мы можем же это сделать, нет? О, да, мы можем это сделать. Давайте сделаем тогда окно какое-нибудь. Вот здесь вот. И повесим наше вот это блюдо вот сюда вот. Пусть висит. Ради красоты пусть будет, почему нет. Прям на остров плывем. Опа. Это хорошо. Обычный опреснитель. Нет, нам не это надо. Так, я забыл уже, не втупляю. Нам нужно с вами взять ведро. Веревка нужна. Или нужна просто бочка. Веревка есть, камни есть, все хорошо. Ты где? Вот ты где. Так, давайте пошли теперь нырять тогда. Что нам еще делать остается? Только нырять не здесь. Нырять, какой у меня маленький плот-то. Даже больно смотреть на него, блин. Эх. Меня уже увидела, да? Ха-ха-ха-ха-ха, затроллено. Теперь давайте вот сюда нырнем. Видит меня? Не должна она далеко. Чего? Нифига себе. Направо и налево вещи выкидываю. Медь, вот то, что нам надо. Но на самом деле песок нужен больше, чем медь. Хотя медь тоже лишней не бывает, почему нет? Шутила, что ли, так? Угу, пошла в жопу.
Сейчас отплывет, все, прыгаем обратно. Вступай, давай быстрее, я хочу полутаться. Спасибо. Офигеть! Давайте. Там еще с него голову залутам, пусть она пока поваляется. Я смогу, потому что плавать свободно. Ой, тут песок все это время был, серьезно? Так, налутали песка, сейчас посмотрим, что сколько у нас песка. Так, песок, песок. А, вот кирпичи. Глина у нас здесь. Так, так, так. У нас всего 5. А нужно сколько на печку? Давайте изучим. А, мы еще один кирпич сейчас потеряем, точно. На печку. А, нам гвозди нужны, ладно. Давайте сделаем гвозди. Эх. Изучаем один гвоздь. Научиться, научиться, научиться. Теперь нам нужно научиться делать печку. 6 кирпичей. Все, голову залутали. Нормально. Ты откуда здесь? Привет, новая акула. Конечно, я тебя рад видеть. Очень сильно даже. Так, гвозди. Нам нужны гвозди, я понял. Как я тебя здесь размещу? Так вот, найс. Колхоз дело крутое. Хочу есть. Жрать у нас нечего в данный момент. Сейчас подыхать буду. Картошка меня спасла, спасибо тебе, картошка. Ну и как вы поняли, эта игра не для одного человека. И если у вас есть драфт, вы можете написать об этом в комментариях. Ну а с вами был Никас, и всем удачи, всем пока.